У нас есть здесь живой танк по дороге. Неужели какие-то проблемы у нас у этого танка? У него начались военные действия. Танк, между прочим, сильно стреляет. Значит, он нашел каких-то врагов. Танк, ты не стреляй, пожалуйста, в людей. Стреляй только во врагов. Танкисты — сильно обученные люди. Поехал, поехал. Ничего себе, как он едет через горы, через дороги. Он даже дома сносит и по горам ездит. Крутой танк. Если танк этот сейчас будет ездить по городу, он подавит все наши машины и все наши дома. Надо этот танк остановить, ровно вызвать срочно другой танк. Или уводить танкистов из города. Не надо стрелять по домам, танк. Ты зачем стреляешь? Там же могут быть живые люди. Оказывается, тут не живут люди. Здесь проходят военные учения. Какая же красивая машина. Это настоящая военная техника. Жалко только, что она игрушечная. А было бы классно, если бы это была настоящая техника. Почему-то он застрял. Что-то ему мешает. Ага, нападение. Наверное, какие-то у него проблемы. Он переехал через большой мост. Молодец, танк. Хорошая техника. Еще что можешь ты сделать? Ты, кажется, можешь стрелять очень сильно, да? Постреляй, пожалуйста. Молодец. Классно. Теперь ты проедешь вот по этой крутой дороге. Ну-ка, попробуй проехать по дороге. Где у нас самая большая длинная дорога? Нет, это не дорога. Вот так. Да-да-да-да-да-да. Какой хороший таксист, танкист. Он очень классно ездит. Ну что у тебя, кончается бензин? Ну тогда